Друзья, сегодня у меня распаковочка моей посылки. Начнем вот с такого напорчика. Ритм здоровья и 2 новамина. Был по акции. Я взяла, давно не пропивала ритм здоровья. Здесь идут вот такие вот блистеры. Утренняя формула и вечерняя формула. Утренняя утром одну капсулу, а вечерняя вечером одну капсулу. И 2 новамина. Это антиоксидантный комплекс. Здесь витамины С, А, Е. Рекомендую. Далее. Арония и лютеин. Это у нас идет защита зрения. Здесь тоже идут блистеры. Вот, 30 штук на 30 дней. Далее. Барага и амарант. Очень хорошо справляется с аллергией, у кого аллергия. Я уже начала пропивать. Уже один блистер пропила. Мне помогает от кашля. Рекомендую тоже. Для деток я взяла тепанчик. Чтобы детки не болели, я утречком им обязательно в носик капаю по одной капельке в каждую ноздрю. А вечером 9 соточку, когда приходит там садика, со школы, чтобы вирусы не попадали. Далее, органический магний в форме цитрата. Я его беру на постоянной основе. Очень рекомендую. Вот такие вот у нас вот здесь вот капсулки. Я пью 3 штучки на ночь, за 2 часа до сна. Также взяла омегу, даю своим деткам по одной штучке. ПИК – это природный инулиновый концентрат. Очень много про него говорила. Он также снижает сахар при длительном использовании. Так, ну, запечатан открывать не буду. Там порошочек такой, очень вкусный, сладенький. Рекомендую и для ЖКТ. И своим деткам также давала. Мы чистили организм от паразитов, от мелких. Вот, именно ПИКом. Ну, еще и ПАМчиком 11. Очень хорошо справляется с этим. Также для себя взяла очищающий фитосорбент. Уже открытый вот. Вот такой вот порошочек там. Очень хорошо чистит организм утречком за 30 минут до еды. Так, для себя взяла витаминно-органический комплекс Пульс Вокс. Здесь очень удобно принимать. Я беру не первый раз для профилактики. Вот, смотрите, здесь полная такая вот. Берешь капсулку один раз утром во время еды. Еще пока не начинала. Витамин Е ни разу не принимала. Буду пробовать. Так, что еще? Зубную пасту. Взяла попробовать деткам. Не знаю, понравится, нет. Земляника, красная глина. Это зубная паста натуральная на 99,1%. Вот такую взяла. Гелевая. Еще не успевали. Так как я им даю сейчас вот такую вот зубную пасту, они пользуются тоже чуть-чуть на щеточку. Она натуральная на 98,5%. Сама пользуюсь постоянно. Еще здесь я взяла крем на пробу. Запах нереальный. Очень мне нравится он. Смотрите, сейчас покажу. Вот такой вот у него состав. Такой очень вкусно пахнет. Сейчас скажу. Здесь он идет в экстракт жимолости, витамин Е, комплекс 10 аминокислот, масло кокосовое, масло миндаля, масло виноградных косточек. Вот эти все масла очень дают приятный аромат и увлажнение. Так, что у меня еще осталось? Это мармеладки. Взяла деткам. Очень нравится. Здесь в день принимаем по 4 мармеладки. Очень вкусные. Это у меня идет облепиха, пряная корица. И, естественно, я всегда беру про запас бальзам корень. Он широкого спектра действия. Вот здесь вот сейчас открою. Здесь у нас вот какой состав. 12 эфирных, 2 эфирных масла и 13 растительных экстрактов. А также на постоянной основе беру бальзам флоресептик для полости рта. Также я его использую. Полоскаем горло, естественно, утром и вечером. Вот такая вот консистенция у него. Такой жиденький. Очень рекомендую. И еще вот один продукт. Диасмин и рутин. У него тоже рассказывала уже в чате. Здесь 60 капсул. Вот такие вот капсулки. И такой вот у меня заказик.